Дамы и господа, мы находимся в ресторане Mind Bar, это Тверская 22. Я пью свежевыжатый сок. Только что мы разговаривали с Александрой, она является управляющим директором этого ресторана. И, ребята, знаете что? Мы посмотрели на эти вилки, я говорю, о, как эти вилки похожи на женщин, а вот эти ножи на мужчин. А потом говорю, вот эта ложка, мне кажется, это друзья. Она говорит, нет, это дети. Я что-то вначале не согласился, а потом понял, что дети, они же потребляют столько штаны, шмотки, еда, они растут, подростки там вообще просто ведрами едят мясо, кашу, да, все. Поэтому, вот видите, это мой мобильник, вот здесь я записал все. Очень скоро в этом ресторане Mind Bar мы хотим проводить тусовку очень крутую для тех, кто хочет учиться ехать за рубеж, работать, на стажировки ездить. Мы будем делать прямые мосты с Чикаго, Чикаго Буллс, Майкл Джордан, помнишь, да, тему? Вот, это все будет живой трансляцией в онлайн-режиме, все это выкладываем. Причем, вот представьте себе, вот здесь, например, будет сидеть девушка, да? И девушка, которая не говорит по-русски, она только по-английски. Ты решил с ней познакомиться. Ты начинаешь с ней знакомиться, и мы тебя тестируем. Точнее, она, как у тебя получается. И она приговаривает тебя, ты лузер, ты лошара, ничего у тебя не получилось. А и мы тебя научим, как нужно знакомиться с ними. А если работодатель здесь сидит потенциальный? А если спортсмен? А если кто-то еще там? Ну, мало ли, да? Это только маленькая часть, я тебе так скажу, где-то это процента 2 всего, о чем здесь будет идти речь. Кроме того, ребята, когда вы сюда придете, покушать можно, выпить что-то с гарантированной 10% скидкой. Гарантированно. От Z-Money. Тему чуешь? Тема только начинается. Ну что, встретимся очень скоро. Желаю вам удачи, успехов и превратись в ручку. Вот видишь, ручка, да? Ею можно писать, вообще ей можно уколоть. Эту ручку удобно носить, она не тяжелая, у ней много функций. Стань ручкой для окружающих людей сегодня. Стань удобным, стань легким для них. И стань таким, чтобы когда они хотели, они бы эту ручку взяли и что-то написали. Когда не хотят, не берут тебя. Тебе западло чувствовать себя ручкой? Послушай, если ты не позволишь людям использовать тебя как ручку, тогда ты других не сможешь научиться использовать как надо. А это очень важно, других людей использовать. Чуешь тему? Ну все, ставим точку. Нет, многоточие. Всем пока. С вами мистер Тонус.